В анимации важную роль играет точка опоры объекта. Иногда ее называют точкой регистрации. Мы взяли из маркета несколько объектов, и у каждого из них есть своя точка регистрации. По умолчанию она находится в центре объекта. Точка опоры – это та точка, которая остается неподвижной при вращении, сдвиге или изменении масштаба. При объединении объектов точки опоры тоже объединяются в одну, которая также по умолчанию помещается в центр нового клипа. Щелкнув по точке регистрации, мы можем ее переместить в другое место. Пусть у нас за 6 секунд вся система совершает один оборот. Она будет совершать оборот вокруг точки регистрации, естественно. И это будет выглядеть таким образом. Обе планеты и пианист вращаются вокруг общей точки регистрации. Перенесем точки регистрации в снежную планету. Если мы войдем в клип и заставим пианиста совершить один оборот, заставим пианиста за 6 секунд совершить один оборот против часовой стрелки и переместим общую точку регистрации в нашего пианиста, получим такой эффект.